А вот мы и вернулись на то место, где впервые встретили знак секретной организации N. И возле него, как можно видеть, есть какое-то послание. 254 сон 2016. Что бы это могло обозначать? Возможно, кусочек кого-то пазла или шифра. Пока что ничего не ясно. Но будем искать дальше, возможно, что-то найдем. Вот и сон. И пометка «Злоозык». Немного зловеще. Очередной знак «Сон». Но в этот раз без каких-либо видимых подсказок. Видимо, нам будут встречаться и пустые. На этот раз я наткнулся на целый дом, помеченным знаком «Сон». Не думаю, что это спроста. Надо изучить это место получше. Изучив дом, я не нашел ничего подозрительного, но он был помечен не просто так. Очередной вопрос, на который пока что нет ответа, но мы будем искать. Прошло уже уйма времени, но так пока ничего и не нашлось. Я продолжаю искать сон. Но вот и нашелся еще один знак, и возле него уже есть послание. Йоу, Ярик, я дог. Что бы это могло значить? Думаю, мы выясним это позднее. Поиск завершился, ничего более мы так не смогли обнаружить. Видимо, недостающие кусочки пазла придется искать в интернете. До нового включения.